В Красноярске состоялось торжественное открытие памятника Павлу Федирко. Шестиметровый монумент бронзы установили в парке 400-летия города. Дата тоже выбрана не случайно. 13 сентября – день рождения Павла Стефановича. Изваянием занимался скульптор Андрей Кияницын. Также в создании памятника приняла участие и дочь политика Галина. Павел Стефанович известен как первый секретарь Краевого комитета партии. Он возглавлял наш регион с 1972 по 1987 годы. Под руководством Федирко заработали десятки предприятий, расширялся город, строились учреждения культуры и спорта. С его именем связан гигантский прорыв в нашем развитии. Это на севере Надежда, рудник Октябрьский, КАТЭК, Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Саяно-Шушенская ГЭС, множество других производственных и инфраструктурных объектов, которые сделали наш край символом, локомотивом индустриального развития всей страны. Вы знаете, отец, он был добрый, хороший, но мы его мало видели. Он постоянно был на работе, в командировках. Он просто брал, садился в машину и ехал по краю. Прежде чем делать там какое-то совещание, собрание на какие-то темы, он садился, инкогнито приезжал, сам своими глазами обследовал всю территорию, все те вопросы, которые могли возникнуть.